Всем привет, с вами Лакон. Это обзор Читай Резольвер для всех проектов и версий. Подробно ознакомиться можно на сайте со всей информацией и стоимостью. Итак, что функции вы видите на экране? Килаура, хитбокс, аймбот, антиаим, критикалс и прочие другие. Единственное, что хочу показать, это такие функции, как X-Ray. Перейду на РТП, потому что это основные функции. Остальными тут все будет более понятно. Например, есть X-Ray Glass. Он просвечивает блоки земли и делает из них стекло. Вот, и у нас видны тут все руды. Итак, есть другой вид X-Ray. В общем, тут X-Ray DD, например, железо, это вроде... И дальше просто число, которое мы хотим. То есть color picker. Вот у нас подсвечивается руда нужная нам. Даже здесь эксплойты, но они не работают, потому что они пофикшены на этом проекте, к сожалению. Protect, check vanish, position crusher, fake creative. И очень много функций. Много функций есть. Также есть нюкер. Вот такой вот нюкер. Сейчас. Который рушит все на своем пути, даже не имея вообще ничего. И это не визуально, это блоки реально ломаются. Вы можете скрафтить нерушимый мультиинструмент, рупиевый, к примеру, или арлимитовый, и просто отбывать ресурсы в нереальных количествах. В общем, покупайте. Осваивайтесь. Так, зафлай меня кикнули, потому что я летал в креатив, в креативе визуальном. 6 секунд нужно подождать. Так, ну вроде основные функции все перечислил, которые будут нужны, например. Ну, вообще тут разный спектр функций. Таймер, к примеру, вот 5. Ну, конечно, пакеты не будут с такой скоростью отправляться, ибо кикнет сервера. А, например, блоки будут. Есть еще функция FastBreak, например. Просто ломать с одной такие блоки. Ладно, всем пока. Покупайте. Это мой Telegram. Это также Discord. И ссылка на сайт. Код регистрации Резольвер. Все будет в описании. Всем пока.